Всем привет! Сегодня у нас будет битва гильдий на моем основном аккаунте. Будем пытаться пройти топов 2-3 героя. Смотрим, кто у нас сегодня есть. Ну, топовой гильдии не вижу. 270 топ, 273. 293, один есть, 285. Угу. Ну, поехали с первого. Начнем с самого жирного. Так, кто тут у нас? Малыш Ник, Ронин. Хранитель, Стрелок, Вольтор. Ну, давайте попробуем. У меня сейчас стоит, конечно, этот Анубис. Не с коркой. Поэтому, скорее всего, мы сейчас будем немножко менять героев. Может, и не будем, посмотрим. Вот прибежал Ронин. Да, хранителя нашего слили. Угу. Хорошо, попробуем с другой стороны. Давайте побежали опять. А, я Анубис не туда побежал немножко. Видите, от хила не хватает. Давайте поставим к хранителю карасика. Анубиса поставим. Ну, пусть будет пока такой, потестируем. Он у нас на максимальный урон собран. Поехали опять с этой стороны. У нас герои без кубка жизни, в принципе. Поэтому нас сносят. Да, видите, опять не туда побежали немножко. Опять забежали все не туда, куда надо. Хранитель побежал вперед опять. Разница, конечно, между Анубисом с богом войны и с коркой очень сильно заметна. Вроде казалось бы, Анубис с богом войны там должен выносить все подряд. Но далеко не так. Поехали.
поехали с нашим родным Анубисом побегаем. Хранителя тоже надо в кубок поставить. Немножко не туда бежит. Опять побежал непонятно куда. Вот видите разницу, насколько большая разница, как герои сейчас зацепились. Да, хранителя надо еще в кубок поставить. Ну вот так вот, в принципе, видите, Ронин даже нам толком ничего не сделал. Три героя. Итог, вывод, защита слабенькая. Так, поехали следующего бить. Кто там у нас следующий по силе? 273. 2 по 280. Смотрим, что у нас здесь. Рино. Капитан Дрейк. Ну, давайте посмотрим, что они смогут сделать. Стрелка не вижу, странно. Очень странно. Вот выбежал к нам череп и все остальные. Так, черепа мы слили. Кто там у нас остался? Одержимый. Ирина остался, да? Ну, давайте перезайдем. Надо, чтобы они вместе бежали. Опять разбежались все. Вот вроде нормально зашли.
Ну, вот так вот, как-то так. Второй топ в два героя. Поехали бить третьего топа. Опять непонятная расстановка. Поехали, протестируем. Так, тут у нас стрелок есть, хранитель, варгол вижу, ронин. Даже призрачный всадник. Не понимаю, зачем он, конечно. Ну, вот так вот нормально вроде забежали. Так, кто там у нас остался? Череп, гаргул. Ну, давайте, наверное, перезайдем. Попробуем сейчас со стороны отсюда с гаргула забежать. Ну, на хранителя как раз нормально. Убили. А, у нас хранитель с собой. Значит, будем заходить с этой стороны. Ну, у нас, видите, у нас только один тут хил. Это ангел и слоник. Поэтому чуть-чуть тяжеловато, конечно. Но будем пробовать в два героя пройти. Так, вот прибежал к нам череп. Ну что, Ронин, ты что-то сможешь сделать или нет? Увы, Ронин тоже ничего не смог сделать. Следующий топ. Опять вывод, защита никакая в два героя. Странно, странно. Как-то, ну, странно видеть топов с такой слабенькой защитой. В 2-3 героя проходится. Это, конечно, печально все.
Так, кто у нас там следующий? 270, 273. Так, топ 273. Вот тут у нас. Ну, давайте попробуем отсюда зайдем. Вот. Ай. Анубис не туда побежал. Оставила стрелка одного на хранителя и на черепа. Опять разбежались в разные стороны. Ну, давайте попробуем со стороны черепа забежать. Сейчас побежим, скорее всего, вверх. Да. Надо немножко ниже героя выпустить. Вот тут, например. Вот так. Кто-то на точность стоит. Как-то странно. Стрелка бьют. Ну, смотрим, что там у нас наверху осталось. Ай, стрелка убили, жалко. Придется перезайти. Нормально выбежали. Видите, Анубис побежал дальше. Ну, в принципе, неплохо. Думаю, сейчас стрелок затащит хранителя. Должен, по крайней мере. Или нет? Ну-ну-ну, живи, живи, живи. Скорее всего, не затащит. Так, вот здесь будем запускать их. Они будут бежать на верхнюю, на алтарь. Вот, все загрелись на Анубиса. В принципе, нормально. Смотрим. Вроде нормально стоим. Так, кто это у нас так бьет? Не хранитель, а стрелка. Так, нормально. Хранителя убили. Кто у нас остался там? Ронин наверху. Ронин, в принципе, это не проблема. Сейчас мы его тоже добьем. Так, у нас остался череп. Анубис. Ну, до минуты так побудем. Побьем так.
Если не убьем, думаю, убьем. 44 секунды должны черепа слить. Он у него в кубке, скорее всего, с утеканием. Ну, думаю, затащим. Так, ну что, вы там убьете этого черепа или нет? Да, все, черепа слили. Сейчас мы сольем Анубиса. Ну, все, побежали дальше. Пять секунд. Да, все. 49. Ну, думаю, успеем. Опять в два героя. Так, кто у нас следующий топ? 271, 268. Значит, бьем два топа из милиции. Влад. Стрелок. Ну, поехали, посмотрим, что они смогут сделать. Как они себя сейчас покажут. Ну, я думаю, что... Ну, смотрите, Анубиса раз убили. Серьезные парни. Кто тут у нас остался? А у нас остался только один Анубис. Как-то так. Скажу вам, это тоже печально. То топы убиваются в два героя. Причем два героя недонатных. Это печалька. Ну вот так вот, очередной топ, вывод, защита никакая. Ну что, поехали бить последнего топа, последнего топа, вот все, мы все прошли. Я что-то засмотрелся, аж стало интересно. Ну, вот такая у нас битва гильдий. Я набил 3643. Вы пишите в комментариях, как удалась ваша битва гильдий, как прошли.